У сборной Бельгии в этой встрече не играет. Значит, все нормально. Ну и по этой команде является капитан сборной Турции, как я уже сказал, дает по-русски. Игру предпочитает вести, опять же, позволяет ей вот такие вот трюки проделывать. Турции многолетний. Мне нужно проповедовать чуть банды, и капитан Бахар Мерда. Так и есть, она же подавать пойдет. Болельщики выиграли. 4-2 после этого блока на ГСД. Подавать отправится Елена Гудина. Просто чуть ли не в нижний трос пошел. Гамовы выиграли. Различие благодаря этому не удалось поднять. Вот прямо сейчас. Тут в блок. Максимально низко, впрочем, ГСД при ее данных антропометрических и прыжковых отнюдь не выдают. Тайм-аут, который обладает Меркулова и Гамова. Совет на блоке, мне может быть примерно один. Меньше прыгай, меньше выноси рук, просто выноси их. Говорится, стоя на площадке практически. Подняться чуть-чуть может быть. Нужды не было никакой, поскольку в день первого матча сборной России я возвращался из Голландии, с командировки, поэтому сейчас подключился, как говорится, на работе на чемпионате Европы. И там не только нет привычной для журналистов, в общем-то, статистики. Ну, там, скорее всего, просто обратный удар. Кто-то на блок выходил. Successo 3-0 della Corea contro Costa Rica, parziali di 25-16, 25-15, 25-17. 3-0 anche per la Germania, guidata in panchina da un tecnico italiano, Giovanni Guidetti, 3-0 contro la Repubblica Dominicana, 25-17. Und hat noch etwas Probleme ihre, aber im Angriff wird sie wenig eingesetzt. Im Block ist sie auch. Wenn man schnell spielen kaldıktan sonra Rusya karşısında bir sonraki sette sıkıntı yaşamamak durmamız da normal, sıkıntı çekmemiz de normal. Ama bu maçı kazanırsak tepesiniz dışarı blok istasyonun bu sınıf servis yardım sayıları kaybeti bile çok fazla zekayeti olmayacak önemli olan kişiler. Dışlayan'ın yeri tipişin. İtalyanlar zaman zaman öndeydiler ama 20. sayı. Guidi servisi kullanacak İtalya. Quinto di squadra, terzo il secondo. Sempre più intenzionato. Eramo